Олимпиада для наших спортсменов по шорт-треку завершилась. Начинаем готовиться к следующей, говорят наши атлеты. Это и есть спорт. Времени на отдых и даже небольшую передышку здесь не бывает, потому что спортсмен развивается и улучшает свои результаты только в постоянном движении. По мнению тренеров, наши олимпийцы выступили достойно и выложились по максимуму. Олимпиада не просто яркое событие в мире спорта. Для спортсмена с ней связана жизнь. Даже взойти на этот Олимп – задача непростая. А стать в ней победителем – награда за все труды, жертвы и неустанное стремление к высшим достижениям. Безусловно, первые три места – это триумф, но и войти в пятерку лучших и даже в десятку также считается успехом. Наша команда по шорт-треку осталась именно на этих позициях. В истории вида спорта в Казахстане такие результаты показаны впервые. Наша команда по шорт-треку казахстанская показала хорошие результаты, по моему мнению. Впервые в истории Казахстана наши атлеты выступали в финале А. Это Галихаметов Адиль в финале А выступил. Занял на дистанции 1500 метров 8 место. Это хороший результат. Также спортсмен Никиша Денис на дистанции 500 метров. Получается, в финале Б бежал, занял тоже 8 место. Истинный спортсмен всегда стремится к наивысшему результату. Бронза или серебро, взятые в борьбе, радость от золотой медали – самая яркая. Конечно, Абзал Ашгалиев, как настоящий борец, не мог не расстроиться. Ведь от третьего места его отделили доли секунды. Конечно, на этой Олимпиаде хотел получить призовое место. Я очень старался, но не вышло. Моей целью было пропагандирование зимних видов спорта. Есть мнение, что казахи и зимние виды спорта не совместны. Везде борьба, бокс. Мне хотелось развеять эти стереотипы. Хотел порадовать свой народ и своих земляков. Абзал Ашгалиев на Олимпиаде в Пекине чувствовал особую ответственность. Он вступил на эту арену, гордо держа флаг Казахстана, и знал, что страна смотрит на каждого в команде с большой надеждой. Они стояли до последней секунды, но как на любой спортивной дистанции, и здесь вершит судьбу случай. Хотелось отметить Ашгалиева Абзала, который на дистанции 500 метров бежал в финале А. Там выступали представители Венгрии, Канады, Италии, России и Казахстана. Ашгалиев Абзал показал, думаю, достойный результат. Я считаю, что на зимних Олимпийских играх в Пекине наша команда Казахстана по шорт-треку выступила очень хорошо. Будем надеяться, будем готовиться к следующей Олимпиаде и уже поборемся за медали. Период между Олимпийскими играми – важный этап подготовки к следующим играм на мировой арене. Нетрудно предположить, что время до 2026 года наши спортсмены посвятят активным тренировкам и улучшат свои результаты. Екатерина Шмидт, Алтынбек Кабдилов, телеканал «Ак-Жайык».